Что же такое биометрия? Активная борьба с беспилотниками? Сонный паралич – новая болезнь студентов? Старт масштабного форума «Казан Digital Week». Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Максим Мартынов. В 2023 году Казанский федеральный университет одержал победу в конкурсе Министерства науки и высшего образования Российской Федерации на предоставление гранта в форме субсидий с федерального бюджета образовательным организациям высшего образования на реализацию мероприятий, направленных на поддержку студенческих научных сообществ. С сентября по декабрь 2023 года Ассоциация студенческих научных кружков Казанского федерального университета совместно с основными структурными подразделениями КФУ организует 18 научных мероприятий для реализации проекта «Интенсификация студенческих научных исследований в рамках деятельности Ассоциации студенческих научных кружков. Лучшие практики, мероприятия, система поддержки и стимулирования». Казан Digital Week только стартовал в Международном выставочном центре «Казань-Экспо», а Казанский федеральный университет уже успел подписать соглашение в рамках партнерства с цифровой площадкой «Симметра». Обо всем подробнее далее. В Казань-Экспо дали старт международному форуму «Казан Digital Week 2023». В церемонии открытия приняли участие министр цифрового развития Российской Федерации Максуд Шадаев и президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. На международный форум, который пройдет с 20 по 22 сентября, зарегистрировалось более 5500 участников из 31 страны. Большинство участников из России. Далее идет Беларусь, а затем Туркменистан. Также на форум приедут гости из Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Турции, Ирана и десятка других стран. На площадке с презентациями и собственными проектами выступят 462 спикера. В этом году форум «Казан Digital Week» получил федеральный статус. Его оргкомитет возглавил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Ну, как вы знаете, мы 2 года назад создали совершенно новый институт, который связан со строительством и дизайном, и, естественно, для его успешной работы и обучения студентов необходимо иметь определенное технологическое оснащение. Вот сегодня мы подписали соглашение о пользе такой платформы, которая позволяет осуществлять транспортно-пространственное планирование территории, которая позволит, во-первых, обучать студентов, во-вторых, конечно, выполнять большой пласт хоздоговорных работ. Также в рамках международного форума было подписано партнерское соглашение. Казанский федеральный университет был представлен в лице проректора по цифровой трансформации и инновационной деятельности Дмитрия Пашина. Это сотрудничество может положительно отразиться на вузе, ведь включает в себя множество благоприятных для продуктивности сферы транспортного моделирования пунктов. Некоторыми из них являются совместная подготовка учебно-методических материалов по тематике транспортного моделирования, обмен опытом в части организации обучающего процесса с использованием программных продуктов для прогнозирования и моделирования транспортных потоков и многое другое. Данное соглашение позволит нам сотрудничество в области обучения и подготовки специалистов в области транспортного планирования и моделирования, которое также позволяет и проектировать, моделировать ситуацию с градостроительной точки зрения, да, развитие улично-дорожной сети, транспортного планирования и территориального планирования в том числе. Основной задачей форума «Казан Digital Week 2023 является содействие в обмене научно-технической информацией, а также обеспечение технологического суверенитета и суверенитета данных как основу лидерства Российской Федерации в международном сотрудничестве. Елизавета Газизянова, Кристина Отекина, Фарид Захитаглы, Универньюз. Сервис госуслуги начал рассылать россиянам письма с призывом использовать приложение «Радар НФ» для информирования об обнаружении беспилотного объекта и иных происшествиях, которые могут нести угрозу. Современные проблемы требуют современных решений. Так и здесь. Сервис госуслуги начал предлагать пользователям вести борьбу с незаконными беспилотными объектами. Для этого предлагается установить специальное приложение «Радар.НФ». Функционал приложения довольно прост. Человек увидел беспилотный объект, отправил запрос через портал. Далее обращение переходит в руки борцов с угрожающими для общества объектами. Приложение достаточно простое. При входе приложения вам не
не надо будет нигде регистрироваться, вы просто указываете свой номер, приходит смс-подтверждение. То есть приложение привязано по вашему номеру. Оно определяет координаты, и вам надо его направить на интересующий объект, да, который вы хотите сообщить, и, собственно, нажать кнопку сообщения. Теоретически портал поможет предотвратить последствия, которые может нанести беспилотник. Но как насчет людей, которые жаждут воспользоваться ситуацией? При отправке заявки пользователь автоматически подписывает соглашение об ответственности. Согласно статье 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, ложный донос и клевета преследуются даже в форме заявки на сайте. Поэтому любителям розыгрышей стоит обойти стороной сервис, ведь вышеперечисленные действия уголовно наказуемы и могут привести к лишению свободы до 2 лет. Приложение само предупреждает, что ложный донос, да, ну, ложное сообщение расценивается как по статье Уголовного кодекса 306, да, как заведомо ложное и влечет к определенной ответственности. Все мы смотрим новости, например, та же Москва с этим уже столкнулась в полной мере, да, Казань, к счастью, пока не затронула. Но, в принципе, такое может случиться у нас. Может быть, мы даже, не скажу, ближе находимся к границе или нет, да, но теоретически возможно. Здание университета, например, оно очень яркое и заметное. В современном мире крайне важно думать о безопасности своей и близких и помнить, что бездействие тоже действие, которое может привести к жертвам. Любой подозрительный объект может нести опасность, а последствия безразличия могут обернуться терактом или катастрофой. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универньюз. Сонный паралич – это состояние, при котором человек не может двигаться, но при этом находится в сознании. По статистике, чаще всего с ним сталкиваются студенты более 28% от всех случаев. Как он появляется и можно ли с ним бороться, расскажем далее в сюжете. Молодость все простит. Часто такое выражение можно услышать от студентов, которые усердно трудятся не только днем, но и ночью. В 21 веке стали забывать про важность сна, из-за этого участились расстройства, связанные с ним. По статистике, студенты чаще подвержены случаям сонного паралича. Среди них его испытывают 28%. Ему присвоен формальный статус диагноза, при котором человек может испытывать даже пугающие и жуткие галлюцинации. Согласно исследованиям, среди населения хотя бы раз в жизни сонный паралич возникал у более 7,5% людей, и наиболее предрасположенными к нему оказались психиатрические больные. Среди страдающих паническим расстройством сонный паралич возникал у 35% человек. Сам по себе он не так страшен, однако галлюцинации могут навредить чувствительным людям и вызвать неврологическое расстройство. Обездвиженность – это такое состояние, которое пугает порой спящего. Он не может двигаться в это время. Он осознает все, но не может подвигать руками, ногами. Очень много споров, что это за состояние. Кто-то пугается, кто-то не пугается. Сонный паралич является, я бы сказал так, нечто, что вне сна. То есть есть такое предположение, что человек якобы уже проснулся, все понимает, но не может двигаться. А вот мои исследования показали, что, возможно, он еще спит, и он видит сон, что он проснулся, и ощущает эту тяжесть. То есть можно приписать эту тяжесть, которая имеет место во сне, а можно приписать, что она уже наяву. Впервые сонный паралич зафиксировали еще в X веке в персидских текстах. Лично наблюдать и описать его смог нидерландский врач в 1664 году. Известно несколько причин возникновения такого недуга. Среди них нарушение психоэмоционального состояния, недостаток сна, а также нарколепсия или ночные судороги ног. Все факторы связаны с нарушением гигиены сна. По словам врачей-сомнологов, в 21 веке это стало частым явлением, ведь человек стал активнее как днем, так и ночью. Стоит отметить, что у большинства сонный паралич проходит сам, без вмешательства врачей, но при осложнениях требуется помощь психотерапевта. Другой вопрос, когда сонный паралич уже имеет достаточно большой промежуток времени, настолько, что человек не может проснуться, человек уже лежит обездвижен, это уже другая крайность, это уже проблема психиатрии, психотерапии, там разные уже проблемы возникают. А так в целом, конечно же, это в любом случае не явь. Это какое-то состояние во сне.
Свести к минимуму негативное воздействие сонного паралича на организм или полностью избавиться от него можно, только если подойти к решению проблемы основательно и комплексно. Как ни странно, но физические упражнения могут помочь человеку побороть не только сонный паралич, но и ночные кошмары. По словам экспертов, стоит проветривать комнату перед сном и качественно выбирать постельное белье. Но если и это не помогает, а случаи приступов участились, то лучше не откладывать проблему в долгий ящик и обратиться за помощью к специалисту. Карина Саяхова, Николай Суховский, Универньюз. С каждым днем способы идентификации и аутентификации личности все больше проникают в нашу жизнь. Сдать биометрические данные можно не только в отделениях банка, но и онлайн, на сайте госуслуг. Где это может пригодиться и как наличие этих сведений повлияет на цифровую безопасность, рассказала наш корреспондент Кристина Отекина. Не так давно офисы МФЦ были переполнены заявлениями россиян. Причина – отказ людей на сбор биометрических данных. Как оказалось, паника настигла из-за распространения фейкового сообщения. Суть изложенного заключалась в предварительном описании отказа от использования личной информации. В противном случае она будет передана в единую биометрическую систему. Чтобы успокоить население, специалисты центров опубликовали памятку, где разъяснили, что без согласия граждан сбор любых данных биометрии невозможен. Возникла необходимость собирать данные биометрии, чтобы изучать сведения пользователей. То есть это не пользователям, чтобы облегчить жизнь, например, да, или повысить надежность работы с ними, а для того, чтобы собирать данные о них массово. Например, там, допустим, лиц, находящихся в толпе, например, да, или, например, в зале ожидания аэропорта. Существует 5 самых распространенных типов идентификации. Отпечаток пальца, изображение лица, запись голоса, структура сетчатки глаза и рисунок вен ладони. Сбор данных таким образом упрощает получение услуг в дистанционном формате. С помощью биометрии можно открывать считая вклады в банках, получить сертификат электронной подписи, совершать сделки и другие юридические процедуры на госуслугах. Биометрия, она во многих случаях удобна. Например, биометрия по отпечатку пальца, либо сетчатке глаза, она является достаточно надежной, особенно по сетчатке глаза, и она позволяет уникальным образом идентифицировать человека, потому что документы, условно говоря, подделать можно, а вот сетчатку глаза особенно нет. Несмотря на то, что биометрия как фактор аутентификации надежнее, чем пароли, кодовые фразы и пин-коды, все же есть риск утечки информации. С развитием искусственного интеллекта и других цифровых новшеств подделать запись голоса или изображение лица не так сложно. Но все же есть и то, что остается более надежным – структура сетчатки глаза. Даже если злоумышленник поднесет к сканеру глаз человека, обладающего правом доступа, тест не будет пройден. В сосудах сетчатки должна пульсировать кровь. Самый надежный метод идентификации, его можно сделать. Он просто технически сложен. Но если делать идентификацию, надо делать именно такую. Это по сетчатке глаза. Ее на текущий момент современный уровень технических средств подделать практически невозможно. Регистрация данных в единой системе осуществляется исключительно на добровольной основе. Поэтому жители могут сдать биометрию или отказаться от услуги самостоятельно в приложении госуслуги биометрии или отделении банка. В случае, если данные уже хранятся в системе и пользователь захочет их удалить, сделать это можно будет в любое время. Кристина Отекина, Валерия Карташова, Фарид Захитоглы, Универньюз. Наверняка каждый из нас хоть раз в жизни смотрел мультфильм «Ледниковый период», где одними из главных персонажей были прекрасные большие мамонты, которые с первого взгляда запали нам в сердце. Эти гиганты уже давно исчезли с нашей планеты, оставив о себе только яркие образы. Далее в сюжете узнаем о том, почему много тысяч лет назад исчезли эти прекрасные животные. Мамонты – одни из крупнейших млекопитающих животных, относящихся к отделу хоботные. Они исчезли с лица Земли порядка 10 тысяч лет назад. Установить вымирание последнего млекопитающего достаточно сложно, ведь их исчезновение на различных территориях происходило неравномерно. Погибая на одном континенте, они продолжали существовать на другом. О мамонтах, вообще-то, мы знаем совершенно недавно. Все это начиналось вот у нас в России, и связано все это с Ломоносовым. Основной причиной погубившей лохматых великанов сегодня называют изменение климата, вызвавшее резкое сокращение пригодных для жизни мамонтов условий. Поскольку после окончания ледникового периода уровень моря повысился, мамонты оказались отрезаны от материка. Они на вершинках, они же питались вот так, была тундра. Сейчас же увидеть это млекопитающее можно на фото в интернете или же в музеях. Например, в Геологическом музее Казанского федерального университета представлена инсталляция животного в полный его рост. Отметим, что представленный мамонт – это подлинный исторический останок мохнатого великана. Аделина Абдрахманова, Андрей Багаудинов, Универньюз.
На этом все. В студии был Максим Мартынов. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!